эфире. Вы в прямом эфире. Все. Я в прямом эфире. Что ты разводишь там? Жуточек. Зачем? Ну, ты когда это сверху-то мажешь, то когда они такие желтенькие получаются. Желточка. Ты что, кухарка? Нет. Миссис. Кухарка. Я не кухарка, но где-то я это слышала. Привет, 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 привет. Офигеть, Оль, ты чё, кухарка? Ты чё, умеешь готовить, зая? Сосисочки в тесте. Оля для подруги делает сосиски в тесте. Молодец какая, а. Домашняя, да, уютная. Смотрите, сзади ушки повернись, Оля, у тебя сзади ушки торчат. Вон она. Мишки Гамми нас рассмешат забавными прыжками. А это что, мука? Ты хоть мукой-то умеешь пользоваться, блядь? Бляха-муха! Ветер-то печет! Ёпарасы-то! Я думала на шутки. Так, так, так. Минутка от Ольги, как готовить сосисочки. Типа тесто сама сделала. Нет, это покупное. Короче, желточек, сосиски папа может. А, мука пшеничная. И поехали. Это вам не в ресторане кушать. Да, Оль? Да, да, встань от меня, и так тяжко. Давай. 2. Да, ты что-то не знала? Это я вообще, думаешь, покупала? 100 лет назад. Что ж там в детстве? Сейчас надо раскатать его. Так. Раскатать и разрезать на вот такие штучки. Раскатать? На какие штучки, Оль? Ну, такие, типа, на которыми... Полосочки. Да, такие полосочки, которыми сосиску мы будем... Это самое. Это самое, сосиску. Так, внимание, у меня даже есть... Вот, внимание, скалка! Внимание! Ну, как ты сделала еще раз? Как ты? Вот да ёпарасы ты, а! Ну, Оля, Оля, еще протри ее, протри беленьким. Вот, ой, ты смотри, какая, а! Зараза-то умеет, а! Умеет-то балду держать в руках! Так, так, так. Правда, видишь, у меня такое маленькое рабочее место. Но вообще, где рабочее место, было... рабочее место, да. Рабочие руки. Все вот это надо было убрать, конечно, ага. Мешалось. Конечно, но да. Но мы не ищем легких путей. Мы не ищем легких путей, все в раковину. Так, поехали. И, Оль, я сразу хочу, у меня в прямом эфире все честно, понимаешь? Мы никого не обманываем, все показываем честно, говорим всю правду, можно материться, детей в сторону. Ну и чего? Дальше. А у тебя здесь есть свет? Да. Мы в прямом эфире. Мы в прямом эфире. Ой, господи. Оль, ну вот если ты не любишь своих подписчиков и не ведешь прямые эфиры, это твои проблемы. Ну мне некогда их вести. Вот что бы я сейчас стояла, как это... Да, и рассказывала по подписчикам. Оттуда всем привет! Сейчас кулинарный блог от Олечки Ветя. А-а-а. Если вы хотите посмотреть какие-то кулинарные мои шедевры, вы можете пройти по хэштегу «Ветер готовит». Итак, сегодня мы готовим сосиски в тесте. Что там, Оль? Да. Жук? Да нет, не жук, это крошку. Крошка? Крошка-картошка. Крошка-картошка. И все, и пошла готовить, значит.
Так. Причем я, по-моему, насколько помню, короче, типа слоеное тесто надо в каком-то одном направлении раскатывать, в другом нельзя. Но я этого не знаю, поэтому я катаю как умею. Угу. Но где-то я тоже такое вот слышала. Угу, угу. Ну, мол, типа оно будет не такое, угу. Короче, как должно быть. Угу. Да, да? По-моему, там Миша твои деньги считает. Ну да, это наш кот. Пойдем посмотрим. Уродка, пойдем. Миша, что ты делаешь, зай? Ты деньги считаешь? Он хрюшку разбирает, которую ты это подарила. Да, 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 я понимаю. А там много денег? Да ну, мелочевку всю сбрасываю. Я ну, сколько там примерно? Не знаю, мне подружка, короче, рассказывала, она собирала в банку просто всю сдачу это. И потом банку скрыли, а там 37 тысяч. 37 тысяч? Да. Просто сдачки скидывала. Офигеть. 37 штук. Господи, Оль, как долго ты вот этому солишь это тесто? Невозможно. Не умеешь готовить, так сразу и скажи. Чё ты дуришь-то нас, блин? Стоит, делает вид, что готовит. Нет, мы не бухаем, честно говорю. Вот доказательство. Стол пустой. Видите? Нигде бухла нет. Поэтому, пожалуйста, органы опеки, прекратите на нас охотиться. У нас все нормально. Оля трезвая. Оля трезвая, порядочная. Готовит сыну сосиски в тесте. Все в порядке. Саша сидела с Мишенькой, пока мы ходили в ресторан посидеть. И сейчас он поехал на работу. Спрятали. Да нет, что... Ой, блин. Я из тех, кто прячет, что ли, алкашку. Я всегда открыто говорю, да, бухаю пивчик или что там. Сейчас мы ничего пока не пьем. Пока. Пока. Но у нас есть... Что у нас есть, Оль? Мы покажем, конечно же, что у нас. А где он? Кока-кола? А где, Оль? Кто? Бухло. А, вон оно, видите, вот. Вот оно. На черный день. Только органы опеки не говорите, а то мы переживаем. Оля, зачем ты сосиски слюнявишь? Я вот, например, брезгую, я не хочу после тебя жрать. Мало ли, что ты в рот за последние сутки брала. Представь, что ты для ресторана готовишь. Ну, я не готовлю. А ты что, по половинке еще режешь? Да, на половинке. Ага. Типа, полная сосиска в рот не зайдет? Ну, типа, нахер она нужна полная. А. Или так, типа, больше получается? Ну, так и больше получается. А. Просто... а ты духовку включить не хочешь? Нет, еще. А, еще нет, да? Еще рано. А, еще рано. Духовка за 5 минут нагреется. Ага, понятно. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ну, что можно, наверное. Я думаю, что еще можно. Угу. Так, я сама их не ел. Господи, опять ты слюнявишь их, а? Да я эту какую-то не сосиску слюнявлю, а вот эту фигню подцепляю. Правильно, чё рот рвать? А чё зря? Папа может все что угодно. Это Мишина любимая песня, кстати. Крис, где твоя картошка? Какая картошка? Какая моя картошка? О! Ладно, сохраню эфир. Я всегда сохраняю. Какая картошка? Не знаю. Я знаю, что Оля фасоль. Какая картошка, не знаю. А Оля фасоль, да? Господи, Оль, когда ты готовишь, это прям, это очень красиво выглядит. Но еще лучше выглядит, когда ты бухаешь. Вот он. Миша, что мама делает? Скажи, хот-доги. Хот-дог? Да, ты мой сладкий, ждем, да? Мы будем первый с тобой пробовать? Да. Угу. Мама, вы готовишь тете Кристине хот-дог? Ну, конечно, придется. Поняла, блин. Приготовь тете Кристине хот-дог. Зай... Че? Ничего. О боже, он жрет сосиски! Помнишь вот эту истерику?
Нет. У меня в комментариях. Типа, а чё? Он чё ест только одни сосиски? Как можно ребёнка? Миша, а вот ты сейчас ты получишь. Ты одну откусил, вторую зачем? Вот будешь у тебя откусаны и есть. Домашние разборки. А я тебе сказала. Оль. А ты мне именно тот хот-дог дашь, который он откусил? Да. Хорошо, я от детей не брезгую. Фух, тошнит. Тошнит? Может, ты беременна? Ольга беременна. Боже. Да? Ты делала тест вчера? Да, делала тест. Оля беременна. Оль, ты делала тест? И чё? Залетела? Это залет воин. Станьте, дети, станьте в круг, станьте в круг, станьте в круг. Сосисон твой друг, старый добрый друг. Почему перестали с Егором общаться? Чего вы, кстати, перестали с Егором общаться? Малюгин пишет это, от алкашки ее тошнит. Андрюх, ты как в воду глядишь, знаешь? Да, откуда? Слушай, я... когда ты приедешь уже к нам, тебе не стыдно? Вообще, у тебя недельный отпуск, ты даже ни разу до Московского не доехал. Хотя Саларьево, твоя любимая станция метро. В чем проблема, собственно, не понимаю. Где Бублик? Оля, где Бублик? Не знаю. Не знаю. Ти супер. Крис, ты заполняла на Сослёвске? Нет, я боюсь. Оля заполняла. Вообще не больно. Не больно, Оль? Вообще прям не больно. Даже не чувствуешь, хотя там вот такая иголка. От щеки вот так вот пролазит сюда и так и заполняет. Ага. Но на самом деле абсолютно не больно. Ну вот. Вот так вот. Я не заполняла, честно. Блин, ребят, давайте вот, ну, не будем разговаривать про Бубликов, про Егоров, про Глебов, про всех. Ну, реально, а давайте спрашивать? Другие вопросы, ну, правда. А Бублик ушел из ее жизни? Ты ушла от меня, он забрал тебя. Ты ушла от меня, ты ушла от меня. Мне трудно без тебя идти, мне трудно как никогда. Мне больно представлять, что он другим. Покажи, как Оля заворачивает сосиску. Ой, давай посмотрим. Еще не все, их еще надо смазать яичком, чтобы красивые были. Ага, давай. Мне кажется, у меня стали гореть щеки, значит, какая-то падла смотрит наш эфир и меня прям... Чехвостит? Ты чувствуешь, я красная, видишь? Мне кажется, это на букву БЖ. Тебе не кажется? Или, может быть, ГД. ГД. Да, или КЖ. Как ты думаешь? КЖ, стопудово, БЖ или Д. Как фамилия у него? На какую букву? Г, ДГ. ДГ, Дольче Габбана. У меня сам Дольче Габбана вспоминает КЖ. Сам Дольче Габбана вспоминает. А? Да, ну я говорю, сам Дольче Габбана вспоминает. А, ну да, сам Дольче Габбана тебя вспоминает, да. Боже, а, блин, я забыла показать, как заворачивает Оля сосисон. Я сама в Альфе, я и сделала первый раз вообще. Ёб твою мать! Что? Ногти стричь надо почаще. Что? Новые колготки? Сейчас Миша прибежит. Чё орёшь? Блядь. Все из-за тебя, блин, тварь. Знаете, как, мне кажется, так все делают. Вот, видите, вот порвалась колготка. Оп, вот так вот. Оп, за пальчик. Оп, туда засунул. Новая колготка.
все так делают, стопудняк, вот все так делают, ребят. Ай, Оль, ну подожди, мне надо показать, как ты заворачиваешь. Ну чё ж ты такая тупая, бля? Бля, вы чё, не знаете, как сосиски заворачивать? Ну это ж вообще вот здесь. Нет? Ну давай. Итак. Итак. Сейчас напишут, она же поцарапает вот эту штуку. Итак. Сосиску вот не кругленькой, а вот этой стороной кладем. Кладем. Ну вот чуть-чуть, чтобы торчало. Да, да, чуть-чуть торчало. И наискосок. И наискосок. Раз, два, три, и вот наискосок четыре. Пошла родимая. Так. Итак, пошла родимая. Вот так вот. Вот тут вот. Ришпендрулёк лили. И вот сюда к сосисончикам. Поняли, да? Колготка не по... Смотри на мою колготку. Ну да, видно, что она подосланная. Нет! Палец вышел за... За пределы! Вообще без палева. Вот начало колготки начинается со второго пальца. Все, понятно всем, да? Ну, как бы. Оля, смотри на подругу. Ну, это же очень смешно. Ну, да, видно, что ты его засунула. Ой, господи, я сейчас под халатиком у тебя сниму, что у тебя там. Жопа была. Нужно было включить духовку, никто в холодную не ставит. О боже, я знаю, я еще пока буду мазать их яичком, она у меня прогреется, не переживайте. Давай. Пусть не... Давай, нормально, только готов, чтобы эта царица Дерябина оценила твои кулинарные способности. А то я сейчас сразу пойму, почему Глебас от тебя ушел. А, от меня же Глеб ушел, точно. Он тебя бросил просто, как паскуду. Точно, точно, он забрался сейчас брать момент. Да. И булка тебя кинул. Да, кинул. Да, у тебя осталась только одна верная подруга. П. Подруга. Д. Дерябина. П. Д. Пидоноска. Фасоль, давай быстрее. Ты что так в натуре медленно крутишь? Давай быстрее, блин. Тут уже, блин, желудок, блин, в соплю превратится, пока ты доделаешь. Фиджи, ты нажралась, как тварь в Митенфиш. Ты еще хочешь сосисок моих? Жесть ты вообще. Меня вот от одного вида еды уже тошнит, если честно. Мишунька где? Мишунька там. Хотите, давайте проследим за ней. Так, что делаешь? Так, так, сейчас посмотрим. Так, 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 так. Что делаешь? О, Мишенька, это брать нельзя, зайчик. Положи это, малыш. Зачем ты это трогаешь? Да. Не надо. Зачем ты? Иконки положи, зайчик. Это не игрушки. С это ними играть нельзя. Помнишь, мы в церковь ходили, их брать нельзя. А то боженька разозлится. Поставь, малыш. Не трогай их. Угу. Хорошо? Поставь на полочку, Миш. А я думала, что они Окси и Марисе. Они это, они дома должны стоять, малыш. Ой, иди объясни ребенку, что иконы брать нельзя. Да я вчера ему объясняла, он еще вымает прям там штучка, вот там туда лазит, вот так и смотрит. У ребенка какой-то вон Оля рассказывает повышенный интерес к иконам. Ну, он ни разу внимания не обращал, а тут, понимаешь, посмотрел.
Мне как бы интересно, что там что-то нарисовано, что-то золотое, что-то блестящее. Кристина, роди девочку, дочку. Ты ночуешь у Оли? Нет. Она живет у меня. Да. Да. Хатки, Оля переехала к Сане. Я переехала к Оле. Надо помогать друг другу. Поделиться? Мужиками? Мужиками делиться? Оля, у меня еще со времен Дома 2 Джафара остался. Могу тебе его подогнать. Я не хочу такого Джафара. А какого ты хочешь Джафара? Ну, не после тебя. Ну, если ты хочешь... Нет, он, слушай, он... Ой, чисто как подруга тебе говорю, Джафар использовался всего, ладно, два раза. Два раза. Нет. Он чисто, стерильный, я его помыла. Ну, нет. Я не хочу все-таки никаких Джафаров. Я же сказала, хочешь, для тебя мурак, он будет люблю, Васей. Я не люблю мурак. Кого? Мурак. Ну, я говорю, хочешь, для тебя он будет Васей. Васей. Вот, смотрите, значит, Ольга сосисончики сейчас промазывает. Да. Что ты делаешь? Вот доги тебе делаю. Мама, чем ты их намазываешь? Это чтобы... Миш, это специально... Это яичко. Ты что, без... Это желточек. Твой любимый, это чтобы они красивые были, желтенькие. А я хочу без яичка. Ну, тебе сделаю без яичка, ладно. Хорошо? Да. Ну, все. Мне и будет вкусно. Конечно. С нет, с яичком не будет вкусно. Будешь без яичка. Бишь, вообще без базара. Что заставлять? Без базара. Заставлять, что ли, тебя буду? Давай только без волос, ладно? А то я в книгу жалоб напишу. В Санпин? В Санпинтенинстанцию. Мало того, что это... Мало того, что у тебя опека сейчас скоро приедет. Да, Санпинтенинстанция приедет еще. Надо, нужно лист смазать, иначе прилипнет к бумаге. Да ну это... Само тесто, оно уже там идет масляное, вон оно жирное какое, оно не должно прилипнуть. Давай. А, Малюгин пишет, что баба гопница, мать гопница. Сейчас мой. Миш, вон еще. Давай, вот эти две тебе не буду мазать, давай. Давай. Ну, лишь маляк. Две мне мазать. Хорошо, вот эти две тебе мазать не буду. Ну, если прилипнут, ребят, ну, что, это я первый раз готовлю, как бы, ну, сорян. Нет, пить мы сегодня не будем. Я думаю, этого достаточно. Вы так спрашиваете, как будто мы, когда видимся, все время бухаем. Ну, конечно, это так, но сегодня это не так. Сегодня мы видимся, но не бухаем. Миш, не трогай. Сейчас ничего не надо. А, сосиски яйцом, трубы коньяком. Тебе лучше с каре. Ну, не знаю, не могу привыкнуть. 20 минут, Миша, кушаешь. А ты вот эти вот свои обкусанные вообще не хочешь покушать? Нет. А что? А кому ты их оставил? Когда домой Крис, поедешь? Мне не надо ехать, мне идти надо. Мы же соседи. Мы соседи с Олей. Просто когда я ушла с Дома 2 и... Мы с Сашей в Московском стали жить. Я переехала к Александру. Оля позавидовала мне и тоже захотела жить в Московском и сняла рядом со мной дом, потому что не может оставить меня никак в покое. О боже, да конечно! А чего вы в клуб не ходите? Кстати, Оль, когда мы последний раз были вообще в клубе? По-моему, на Инкину дню. Офигеть, да ладно, в натуре. Да. Но я-то ходила еще, в гей-клуб я ходила. А, ну вот. Ну, в караоке там вот это вот, я не считаю. Один раз я с тобой в караоке ходила. Ну, слушай, караоке это не клуб. Надо да. Трясануть булочками. Нет, булочками надо. Dance, dance. Я согласна. Надо трясануть. Главное, чтобы беспокоить.
Без фасоли. Фасоль не будем есть. Иначе ты стояк засоришь, тут некому приходить, знаешь, бесплатно тебе фасоль выгребать из раковины. Я, кстати, скоро досмотрю до этой серии, я сейчас пересматриваю эфиры старые. Я вот уже приближаюсь к тому моменту, где фасоль. Поэтому ждите, ребята, да. Вот уже скоро, скоро Оля покажет все прелести. Заскринишь это, да? Нет, я просто сделаю... Видео. Да, я видео просто сделаю, и все. И отмечу тебя. Вай! Какая серия? Пока не знаю, какая серия это будет. Но сейчас я смотрю, по-моему, 5 сентября 2015. Да. Ну, это октябрь, мне кажется, будет. А тебе не кажется, что мы летом ходили? Я точно помню. Мы, по-моему, были без курток точно, когда мы ходили. Ну, это был сентябрь, ну тут, наверное, был сентябрь. Мы в футболках были с тобой. Ну нет, мы были в платьях. Это и был сентябрь, октябрь, потому что Миха еще был маленький, очень. Мы первое, куда ходили, это был этот, как его? Нет. Первую мы с тобой ходили в этот, как его, Моника Белуччи. Моника Белуччи мы ходили. Ах, какая женщина, какая женщина. Всем б такую. О! А вот это я заморожу. Я пакет на голову надену, чтоб подруге стало легче жить. За душу себя я полностью стерву. Зай, что ты делаешь? А что, ты не все использовал? А что, сосисончики не все? Ну, там одна осталась, остальные в морозилке. Ну, естественно, мне уже не... Не, в Моно не ходили. Я ходила в этот, как он? Куда ты ходила? Ну, это про гей-клубы. В этот, как его? Господи, станция. Как она, господи? Станция, как она? Станция 56. Нет. Не помню, короче. Центральная станция, господи. Да, вот Александр написал ЦС. Центральная станция, да. Пиратская станция, нет. Вы не лесбиянки? Что? А вы видео-то видео? Да, мы сейчас прям в прямом эфире сосаться скоро будем. Язык-то у меня рабочий. Оля знает. Проверяла. Что вы думаете, как бы? Мать, смотри, уксус, я чистил все. Тупая. Это тупая. Это советы бабки. Это советы бабушки Кретины. Посмотри. Она хотела за 3 сотки купить какую-то аеботу для того, чтобы от накипи очистить холодильник. Я ей сказала, налей водицы, добавь уксуса и прокипяти, ёпперы, смотрите, какой чистенький. Но советы от бабушки Кристины. Не нужно благодарности, не надо. Просто это у меня Саня всегда так делает. Ну, если что, это типа от меня совет. Вот. А потом он еще 2 раза кипятит чистой. Ну да, просто прокипяти потом это 2 раза это обычной водой, без уксуса. И будет он у тебя чистый. И вот тебе 3 сотки мне на карту переведи. Ну ты же средства хотела купить. А я покупаю его постоянно, оно тоже крутое. Ну, блядь, 3 сотки, что-то. Фу. А вот там проходит уксусная. Я сказала, от накипи холодильник. Сказала, от накипи. Да? Чайник. А вонь проходит? Вот там, вот,
Конечно, выходит, да. Ну, еще два раза прокиптишь, чтобы не будет вонять. Фу, как пить, да, вообще. Господи, Диалочка. Какая тупорылая подруга. Ты сама до этого не знала, слепили сами, блядь. Ну, я все знаю. У тебя вообще накипь, потому что приросла слоем пятиметровым, ты, наверное, даже не додумалась чайник помыть. Мне кажется, да. Мне сегодня 30 лет. А? Ну, песня. Мне сегодня 30 лет. Когда тебе будет 30, я закажу тебе в караоке песню. В этот день родили меня на свет. В этот день с иголочки я одет. В этот день мне водка не во вред. Мне сегодня 30 лет. Ну, поняла, да? Ты, тварь, у тебя тоже через 5 лет это не за горами это... Через 4 вообще. Трицаха. О, дебо, нет, вы что, никакого... Наливайте чуть-чуть воды, ну там сколько, где, сколько у вас накипи в чайнике. Чуть-чуть, ну, воды, там, чуть-чуть, чуть-чуть воды, чуть-чуть уксуса. Не надо половину уксуса. Вы что, у вас вонь будет стоять такая. Ну прям, ну блин, не знаю, ну столовую ложку, ну, да, уксуса. Столовую ложку уксуса наливайте, прокипятили, и потом... У вас накипи вообще не будет. И потом это дважды просто обычной водой прокипятили, и все нормально, у вас чайник чистый. Смотри, многие не знают. Не знаю про лимонную кислоту. А, я знаю, еще, я да. знаю про уксус. Просто лимонная кислота не у всех в доме есть, а вот уксус стопудово у каждой домохозяйки есть. Поэтому он чистит очень хорошо. Сейчас по башке как... По башке сейчас как трахнет ей. Но она падает, потому что сломана эта долбанная штука. Какой хороший мужик в доме был. Ты глянь, а. Цены ему нет. Не будем, не будем. Не будем про это. Крис, ты, надеюсь, не рассталась со своим... Тьфу, вы что, нет. Хорошо. Скиши? Чё? Рубаха. Далеко не убирай. Нет, вы чё, колечко на ручке, все нормально. Кольцо. Давно это было, давно. Чем я колечко дарил? Сердечко моё впереди. Чувствуешь, что война? Оль, пососаться? Пососёмся? Колечко, колечко, кольцо. Сосиску хочу я давно. О-о-о. Ой. Вот Мишины, которые не намазала, не румяные, а которые намазала... Не румяные, да? Покажи. Вот, смотри. Видишь, которые намазала, так зарумянились. А вон да. те две дальние белые. Белые, да. А вот эти румяные, да. Вон те дальние белые. А вот эти вот румяные. Офигеть. Господи, останови свой хвост! Она опять в говно. Опять говно. Опять блин. Говном воняет. Че, пердел, тогда сидела, конечно. Че ты врешь, блин? Я знаю. Это у тебя только тут запоры, ладно? У меня все нормально. У меня... Зачем, ребята, нюхать растворитель и деньги тратить на анашу? Ко мне вы лучше в гости приходите. Вам лучший способ кайфа покажу. Жидкий стул, шалала, 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 жидкий стул, шалала, шалала, шалала. Вот она, вот она, гоп-баба! Владимирский централ, ветер северный. Топом из Твери зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Наколол наколку, наколку, наколку. Сколько жарится это тесто? 20 минут? А,
А сколько, дорогие подписчики, сколько жарится, сколько готовится тесто в духовке слоеное, дрожжевое? 15-20 минут. Минут, я думаю, минут 20-25. Посмотрим, что Мишка делает. Зайка, что ты делаешь? Оль, по-моему, ничего. Миш, ну пожалуйста. Миша, пожалуйста, не надо. Вот это потому, что называется горе от ума. Тебе делать нефиг уже дома, ты устал. И все мне тут попереворачивало. Вот зачем? Колечки вот это вот все. Это все девочки носят. Зачем оно тебе надо? А? А, я поняла, о чем. Он увидел коробку. Так. Он вытащил оттуда все мое вот это дерьмо и насыпал туда денег. Ага. А где все это дерьмо из шкатулки? Зачем ты так говоришь при детях? Ну вот как мне сказать. Посмотрите, Ольги, сколько бриллиантов, а! Ну, короче, сколько здесь... брюликов, вы посмотрите просто, офигеть. Оля, ты как сорока. У меня даже столько короче, нет. Короче, если я буду завтра убираться, мне уже сейчас вообще не до этого. Офигеть. Офигеть. Миш, пожалуйста, я тебя очень прошу, сюда не лазить. Понял? И игру с Руби собрал лучше. Нет, делайте вместе поиграть. Ну, сейчас мы сделаем хот-доги, да будем играть. Подожди. В прятки будем играть, Миш? О, давайте. О, давай! Кто прячется первый? Ты! Я? Да. Ну давай, считай тогда, малыш. Про тесто написали? Я в туалете, ребята. Ребята, я в туалете, ребята. Ребята, все нормально. Я в туалете спряталась. Ждем Мишку. Блять, мне в жопу, блять, брызнул этот. Зайчик. А теперь я. Теперь ты прячешься. Давай. Раз, два. Мне освежитель воздуха в жопу брызнул. Три, четыре. Ольга, кухарка, смотрите, сгорело все. Пять. А ты знаешь, что яйцами надо смазывать в конце? Нет, вот это. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Где же Мишенька? Где Миша? А где Миша? Так, собака, подсказывай. Где Миша? А, ты как здесь оказался? И нашла тебя, все, теперь я прячусь. Давай. Давай, считай. Как ты меня нашел, Миша? Да что это такое, а? Давай, теперь ты прячешься. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хер знает, если честно, приготовься мне или нет. Просто я увидела, что не коричневый достал. Девять, а ты на каком градусах сколько? 180. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Ребят, хотите поржать? Вот уже даже отсюда видно, что он под кроватью. Ну, мы сделаем Мишу. Миша! А где Мишенька у нас? Господи, у Миши игрушек больше, чем у меня одежды в доме. Так, собака. Так. А где это он? Куда это он спрятался, а? Миша, Миша, Миша. Где же Миша, Миша, а? Где же Миша, Миша? Миша, где Мишенька? Где Миша? Где Миша?
А где Миша? А где Миша? Поняли, он под кроватью. Так, Оль, ты не видела Мишу? Да. Нет, Миши. Бордель, потому что Саша 3 часа играл с Мишей. Ну, вы понимаете, да, 2 мужика в доме. Поэтому вот это все оставил мой Саша после себя, мой сладенький. Ну, ничего. Ага, вот он где. А я помогаю. Да, попался. Прячусь, Миш, давай. Блядь, тут даже спрятаться нахуй не надо. Барлая квартира. У тебя такая же вообще. Кошку открой. Где кошку открыть? Открой кошку. Ой! Ой, я не могу. У меня подписчики супер. Я, короче, захожу такая, знаешь, слышь. И кот, они, я уже прячусь, они пишут, кошку открой в душе. Мне нравится тут сидеть. Кошка, бедный кот, господи. Он уже обосрался, подумал, что он навсегда там, свобода. Ты посмотри, он целует пол, по которому мы ходили. Я даже отвечаю, я его не заметила. А? А, опять? Господи, да где же Мишенька, а? Да где? Так он, наверное, вон под кроватью, а? Под кроватью он, да? Миш, тетя пойдет это, витаминки примет, ладно? Сейчас я это позвоню, это на балкон схожу позвонить и тебе сразу приду, хорошо, малыш? Давай, я люблю тебя, мой сладкий. Катя, кутенок мой, блядь. Так, подожди. Хэштег, я же няня. О, точно, у меня будет свой. Хэштег, я же няня. Как это не мои? Они мои, няня. Хэштег, я же няня. Господи, где моя сигарета? Горячие. А, ты пока их не ешь, они горячие, малыш. Пусть остынут. А то обожжешься. Хорошо? Ну, да. Сейчас это... А, господи. Сейчас они остынут, и ты это... Пойдешь кушать. Витамины. Я всегда говорю то, что я... Пойду витамины употреблю или там, допустим, позвоню. Я же не буду ребенку говорить о том, что я пошла курить. Что за бред?